короче, урон не наносят почти. Вот так вот, пока мобов не... Этот мобы пока стоят, тебя не заметили, кинул в них шарик, да, там почти даже элитку ваншотил сразу же. А только они тебя увидели, сразу разбежались по, ну, по кустам, грубо говоря, и все, и потом попробуй продамажь их. А, сейчас. Ну, не знаю, посмотрим, что они там натворят в новом обновлении. Так, я загрузился. Я тоже стою, жду. Я видел, что кидай. Ты в сети. Да, можешь ты кидать. Я сейчас пока настрою. Так. Так. Уронить нас. Зашел. Я сейчас себе, короче, поставил этот. Не снайпера, а этого. Не знаю, мне что-то в последнее время это зашел вот арбалетчик, что-то вроде с арбалетом пока. А, ну я этот. У меня тут даже никакого билда же нет вот на этом персонаже. Просто тут посмотрите. Гирскор поднимал и все. Я как игру прошел, как вот настроил, там потом подобавлял. И больше ни хера ничего не делал. И играет тем же персонажем, и тем же всеми, вот как тогда, последний раз с тобой играли. У меня ничего не изменилось. Да-да, то же самое, я только пулемет, автомат меняю. Больше ничего не делал. Да и от смысла менять, если... Обнова будет, и все. Да. Там тоже еще непонятно, не ясно будет все. Опять каком-то веселье будет. Эх, блин, мне телефон надо подзарядить. Я что-то сижу. Я вообще перестал, короче, сеть что-то, телефон вышел, сеть перестал, ну, через злословие, ты что-то интернет куда-то пропал. Нету интернета на телефоне. Значит, я подключался, чтобы, блин, ничего не подсосал. Ух ты, 444 у тебя. Так, нам куда? Ой, блин. Мемориал Линкольна. А-а-а. Так, подожди. Подождите. А как туда телепортироваться? Вот, через флаг. Флаг ближе, чем дом. Нет, требуется отразить, короче. Не знаю, я полетел. Да? Угу. Нет, я в том плане, что... Ну, я понял. Да, а, там, да, все. Там сейчас, без разницы. Да, так, бежим. О, у меня показывает, ты туда перелетел. Да? Угу. А ты где? Рядом с тобой должен быть. Пока не вижу, еще не это. Туда меня не телепортируют. Эй. Че там? Кот у тебя гоняет. Да, так оно скоро к родителям поедет. Я, короче, на выходных недавно убрали, короче, кота туда, на к родителям, чтобы хотя бы примерно прикинуло, как сказать, чтобы, ну, понял, где будет жить. Угу. Редко так забилась, короче, в угол под диван и не вылазит. Потом, может, где-то мы уже через где-то минут 15-20 уже выползла. Так, начала немножко по дому ходить, смотреть. Ну, потому что незнакомая территория. Ну да, тяжко, конечно. А ты нового персонажа, что ли, открыл? Почему? Ну, 444 гигскор. А, так это таки вам. Я ж, короче, у меня пистолет был снайперский. Я сейчас поменял специализацию, у меня пистолет, короче, обнулился до первого уровня просто. О, нифига себе. Да, так. Багануло? Стоит, короче, первого. Не багануло, просто типа, если я специализацию снайпера убрал, то я не могу носить этот пистолет, а он пятихатка. Короче, теперь мне надо какой-то пистолет найти, чтобы у меня был гирскор, ну, под 500 обратно. Я сам, короче, когда увидел, такой, думаю, что за херня, почему так-то? Понять не могу, смотрю, весь шмот, короче, 500, и думаю, что такое? Захожу в пистолет, а смотрю, у меня пистолет первого уровня. Подбор ключи? Серый ключ. А, да, сейчас. Надо было изначально, пока бежали бы сейчас подобрался. А, это
сначала, да. Давай там какой там положен стать, да и все. Начал. Сложно. Испытание у нас сегодня здесь. Ну, началось, блин. Вот вам надо было все с ним. Там слева смотри, этот. О, я обзорил тебя, попадешь. Нет, там толстяк вот здесь. Он мешать будет, а то, мне кажется. А его вот, да, он ходит ему. Далеко слишком. Не, не упало. Так, что там? Народ есть? Только. Все, погнали. Либо мы лицо сломаем, либо нам сейчас сломают. Да нет, ну сейчас закончится работа. Бивни захватили мемориал, обеспечить контроль над мостом. Бами. Ну это последний фильм. Короче, следующий, ну вот, вся работа у нас есть. Героизм. Героизм, да, следующий вес, героизм. Но героизм нам не нужен. Честно. Где все там? Что же так обосрано и бегает? Агент, готовься. Бегают как потерянные. Так, они сейчас сюда, что ли, куда? Угу, спасибо. Найдено мобильное устройство. Прижали, сейчас дождемся, подожмем. За мной, что ли? О-о-о-о, блин, горю, ё-моё. Как всегда, наверное. Да, сюда пулемет проходит. Где? Ну, которые там будут сейчас. Все, походу. Так, а где... А, вон она. Да, это телефонная запись. Тут где-то лежит. А вот внутри. Она. Майор Инджелл, я хочу вернуться к тому, что вы сказали ранее. Я процитирую. Они, то есть ответственные за оперативное планирование, не были готовы решить эту проблему. Это ваши слова? Да. Вы хотите сказать, что они недооценили количество ресурсов, которые для этого потребуются? Дело не только в людях. Или в арсенале. Дело в силе воли. Они мыслили не теми категориями. Какими именно? Они видели враги, которые нужны вам не разъяснили. Нет, только это все.
ты назад, может, вернешься, у меня тут хоть немножко щелка какая-то есть. Там соваться даже вообще не стоит. Вот сзади. Ты хп-шку кинул. А ты не стал ее реализовывать. Да? Я тоже. Мама, я застрял. Ух ты, тут сзади тут меня. Двое. Блин, ну машина. Ух ты, да не двое, тут до хера больно. Ай, точно больно бьет. И там медик, наверное, что-нибудь кинул. Не, ну в первой части, конечно, читерная была хилка, вот этот, потому что просто в бок нажал и все, и ты отхилился махом. А здесь, блин, пока ты забинтуешься, блин, полгода пойдет. Тут шоковые боеприпасики есть. Патрики, 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 а тут. То, что тут патроны у меня. Да тут тоже богоюзеров, знаешь, сколько, блин. Он как смотрел, полазил, как они там. Хилку хапают и погнали. И ему пофигу на все. Кто-то у меня там. Сейчас под паузу, под паузу. Ты хилка у меня. Прям. Это медом намазано. Найдет все сейчас. Одно. Тут патроны разрыв. И что ты там целяешь? Да яд. Да вон эта падла золотая. Хорошо, зачисти подземный уровень. Надо было ее там встать прямо, когда я бежал.
Да блин, дамага, это реально мне не хватает. Чувствуешь, просто не хватает дамага. Ну потому что сложность-то. Так, что тут? Ну, сложность-то не мощная. Нет, в первой части я даже со щитами, со своей ППХ-кой век вот сносил вообще шикарно, как бы, ну, один на один мобов быстро убивал. Здесь я даже не это, как бы, с самой высокой сложностью убить никого нихера не могу. Так, о, здесь патрики какие-то. О, разрывные. А и медик меня шокирует, да? Там справа кто-то сидит. Справа, слева, сзади. Блять, там медик резает. На покой. И мне прям это, патрон закончится, а еще второе оружие сейчас мне прям в ламы доставай. Перезарядочка. Там справа. А, справа все закончено. Ух ты, а что у вас так много-то? Стой, ты куда? Состояние критическое. Сейчас я думал, ты... И... Ой, зря ты так прямо. Зачем пополз? Я к тебе подошел бы. Мне что-то сыпется, короче, в основном эти... Не шмотки, а модули, короче. Ну есть такое, да. О, тут ключик. Ой, тут этот сундучок. Блин, а я не знал, что здесь. А, здесь этот такой за ключ. Ян, да. Да я что-то не знаю, я не слежу сейчас, какие у меня ключи есть, какие нет. А у меня на компе дофига ключей. Я, короче, на компе заморотился, прошел вообще всю ликвидацию. Всех убил. Даже всех побочных, короче, чуваков убил. Ну говорю, на компе прикольно. Ну, реально чувствуешь себя как бы, ну, классно на компе. В том плане, что ты этот. Ай, попадаешь куда надо. Ну да, здесь надо. Ну вестись, еще наведешь, стреляешь, а тебе еще это. Да, вот то, что здесь. Что так темно? То, что я реально могу попасть. И я, у меня не, блин, не две обоймы уходят на моба, например, допустим, а пол обоймы на моба уходит, потому что я попадаю тупо в голову. А здесь... Ну да. Или чтоб прицелиться. Тут пока прицелишься, потом начнешь стрелять, 50 раз промахнешься, блин. Плюс еще вести курсор за мобом. Тоже такое себе удовольствие. Я говорю, жалко у тебя компания, если бы у тебя там что-то был бы вообще бы. Сингл-игра стоила всего 90 рублей. Ты слышишь новости, Антон? Ну да. На компе бы я поиграл бы. На компе бы, да, вот на компе бы могли бы нормально поиграть. На компе, ну и дешевле на компе стоило бы это. Да. Там, короче, фишка была в Epic Games. Если у тебя, короче, Epic Games, вот этот лаунчер старый был, на Новый год, короче, они раздавали 600 рублей скидку. Короче, на этот. Ну, просто на любую покупку в Epic Store.
И в чем фишка? Короче, короче, была акция. 400 рублей скидка, короче, почему-то. То есть у этих на дополнение новое. Ага. В итоге, короче, чуваков, у кого подарок был, они всего вот это дополнение купили по 400 рублей. Там полторы, ну... там две. Мне как давали на 100, что ли, на 200 рублей скидку, я что-то не помню. Агиту нужна помощь. Да тут я у медика. Он одолел меня уже. Я подумал. А что так сразу? Блин, собака бежит. Мне не нравится на PS-ке сложно сориентироваться, короче, где кто есть. Потому что на том же, да, компьютер, ты просто оглянулся по сторонам быстренько, все понял. А здесь, блин, пока развернешься за джойстик, да, все прокрутишь. Сенсу ставьте здесь? Побольше. И потом сенсу как целиться. Сенсу ставить побольше, чуть джойстик нечаянно задел бы, фуф, все, прицел улетел влево, вправо. Да, 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 и там никуда не попасть. А, во. Вспомнил. Наверх. Здесь это. Как трофей? Не знаю. Я счел это психологическим давлением. Туда дальше просто проходишь. За этим. Да, потому что по вам вели огонь. Здесь еще запись. Ага. Я взял там. Они, кстати, меня, знаешь, как я вот захожу, подобрал запись, потом просто тупо в игру на следующий день заходишь, опять тебе эта запись показывает, что она это, ну, типа новая запись, хотя я ее уже прослушал. Собаки, снайперы, короче, вообще выносят люто больно. Угу. Нифига себе, она скочит. Все, что 30 тысяч стреляет, это смешно, может быть. Сколько? 30 тысяч. А, по 30 тысяч я только это, с пулемета стреляю, с автомата больше. Как контакт. Блин, медик ускакал. Не ускакал. Блин, вот если бы... Ой, если бы не эта воскрешалка у меня, конечно, я бы тут уже... Ласта бы стрелял столько раз. Давайте.
Ну хоть сейчас стрелы падают по две, а то падало по одной. Это вообще какой-то дичь было. Так, что тут нажать надо где? А, вниз вон туда, вправо. Вправо вниз. Даже стой, нет. С той стороны. Ага. Что-то запутался здесь, блин. Патриков нету? Патриков здесь нет. Дальше нам надо будет. Дальше я знаю был. Командный пункт захвачен. Дальше и это будет. Найди их и не довези. Боеприпасы там хорошие. Пойду сразу возьму. Это сейчас кто-нибудь стрельнет. Там достается. Что-то красное напало. Блин, везет, у меня нету. У меня зеленая. Ключики зато. Ключ упал черных бивней. Перчатки. Как раз перчатки на сет этого. На сет. Как сказать? На сет шаровода. Как я за кобурой гонялся. Я за ними, короче, на компе, знаешь, сколько бегал, я аж охревал, блин. А, у меня, знаешь, даже еще есть Томпсон, который снежками стреляет. Нифига себе. Не, я, короче, я на компе, не соврать тебе, раз, наверное, 15-20 бегал на миссию. А White Park, что ли? Ой, да, короче, так реально не падает. И все же бегал на истязание, на самом мощной, короче. Не падает. Все, хоть убей. Ну, пятьдесятки такие, короче, там как? А, они наносят больше урона. Отлично. Если этот, как тебе сказать? Если наложено негативный вот этот, негативная херня, короче, на персонажа. Вот поэтому надо, короче, ну тут... Там как делаешь, короче, ищешь патроны вот эти возгорающие, просто меняешь, ну, с негативными эффектами, улучшаешь их на пистолет, короче, юзаешь пистолет и запускаешь тогда шарики только. А-а-а. Да, вот она работает, вот так она... Нифига, у меня снайперка даже есть, Г-28. Тебе надо им? Подожди. Нет, со снайперской нет смысла гонять. Она передает. Агент покинул группу. Что-то... Давай что-нибудь там запускай. Ну, если запускать, так вот по логике, что можно пройти. Можно здесь пройти. Капитолий нахер. Вот эту миссию надо пройти. Открыть, по идее. Сейчас точку видишь, где я? Сейчас, подожди. Подожди, я тут кое-что разобрал. Так, это где? Короче, на меня телепортируйся, увидишь. А-а. Так, подожди, вон где. Придется бежать, чуть-чуть. Пробежаться. Тут атака черной бивни идет, видишь? В этом плане, конечно, заморочено, блин, постоянно атака черной бивни здесь, постоянно чистит. Я же говорю, я вот на компе вот одел вот этот, ну, собрал вот этот сет, да, считай себе на этот, на шарики. Так я, мы с тобой эту точку как-то четвертую вообще замучились, короче, зачищали. Я ее прихожу, короче, вообще в легкую. Шарики накидал, турель поставил посередине, шарики бросил. И все, и стоишь такой довольный, куришь, короче. Так. Ну, с одной стороны, не очень интересно.
А это не поставишь метку? Не поставил. Я здесь уже. Не, я поставил метку. А, ну всё. Что ты её, походу, не видишь? Mm-mm. А ты можешь просто подождать, я сейчас добегу и на меня телепортируется, и всё. Да, ладно. Пока шмотки там поразбираем. Я разобрал уж. Хватит на первое время. Да-да? А, ну я вижу эту точку 56 метров, но я не вижу этот путь. Союзная контрольная точка. А, ну так круто, короче. Со мной беги, приди так далеко. Что должна быть дальше? Они близко. Обнаружена вражеская контрольная точка. А мы точно тут зайдем, что-то. Стрелка показывает, что типа можно. Херово. Навигация не врет. Да, да, навигатор у них тут хороший. Он тебя 300 раз в 300 километров обернет так, что, блин. Бегать не захочешь, блин. Он тебя проведет, блин, можно вот напрямую пройти, а он тебя сейчас крутить будет. Как будто ты там на машине едешь на полуприцепе, блин. Подбор. А, так. Подбор. Только не знаю, конечно, будут ли сейчас тут. А у нас здесь эти. Друзья. У нас здесь друзья. Да. Понятно. Урон не идет. Не идет? Mm-mm. Да, блин, задолбали вы нахрен. Пошли туда. А то сейчас так и будет. Захвати комплекс и уничтожь все их оборудование. Сейчас так и будет там с этих сторон лезть. Внимание, вижу много охранников врага у северо-восточных ворот. Нейтрализую угрозу, агент. Как всегда. Что-то они, что за уровень, что-то они быстро красные отлетают. Это испытание. Должно быть тяжело. Поначалу легко было, в прошлый раз тоже. По одному. Вот хорошо было на этом щитовике, потому что ты подходишь вплотную себе. О, дядя, здравствуй. Чего там, справляетесь, что ли? Что за лазер такой был, интересно? А что за у него такое?
Не, вообще ничего не упало. Не, это легко. Прикольно, турелька, короче, каким-то лазером стреляла. Иди на пристань и прочеши ее. Вот здесь я снайперке не нравилось стоять. Видишь, и херачишь направо и налево, и все. Не, ну тогда я помню, с пацанами здесь быстро прошли, прям все в одних как уперлись. Вот ты где! Огонь на ногу! Ну тут просто надо в одного упираться, допустим, холстяка вот в эту. Блин, пересрался, эти шарики поехали. А шарики, кстати, штука такая злая, короче. Кидаешь шарики, и тут, короче, на тебя какой-нибудь камикадзе бежит, понял, и все, и ты труп от своих шариков. Потому что я так что-то не подрасчитал. Короче, кинул шарики, тут из-за угла, короче, убегает это чудо. А за чудом, короче, следом еще и шарики едут. И как бабах, я отъехал сразу же. Такой думал, да. А у этих еще прикольно болтают, как вот эти толстяки. Лента пошла по пизде. Думаю, нихуя, вот это вы болтаете, блядь. Ограничение возрастное на стриме не поставишь, и все считай. Да оно вообще ограничение, наверное, надо, блядь. Потому что тут так-то игра 18+. Я хрен его знает, я ставлю. Нахер надо это. О, нас обошли. Нас сзади, сбоку. А, это. Снайперский, так, понятно. А тут кто прячется? Чпоньк! Чпоньк! Блять, мимо. Чпоньк! Ты там кого, из чего там чпонькаешь? Да с арбалета, он сейчас одного тут. А, сам. Да, чпонька отлетел. Сам главное еще отбежать подальше. А то еще и за день. Самого чпонька потом будет. Да. Ё-моё, что же вы тут так... О, меня могут или покинуть. Да-да-да-да-да, это сервак. Ага, я понял. А что тут за тело делает? Тут с тылу тело одно. Она сволочь прячет. Видишь, с лазером херачит, что-то странно. Кстати, когда на шаровода собираешься, ты, у тебя как бы стоит этот по максимуму, короче, этот... инженерия. Нет, за счет инженерии, короче, навыки бьют вообще шикарно. У меня турелька выносит вот этих вот, короче, чуваков. Просто ставишь турелькой, буквально 3 секунды, этого чувака сбивает на турелькой постой. Который пулеметом стреляет. Ну, круто. А если еще на роли, короче, на нее этот, ну, там на урон, на еще что-то, там вообще шикарно получается. Он слева прибежал. Здесь не было. Он что-то ломан. Он как-то телепортнулся и потом ломанулся. Да, я же говорю. Не было. Фу, такой телепортик. На. Вот еще один оттуда. А, расстреляли чувака, бедолагу. Бедного изнасиловали.
А можно я этот пулемет с собой возьму? Откроешь, возьмешь. Ну, снял такой. Пошел. Типа как в батле подобралось оружие противника можно. Да. Здесь, кстати, патрончик. Убиваешь кого-нибудь этого противника. Подбираешь, погнал. Здесь патроны тоже. Блин, я так патрончики хороший израсходовал. Поджигать? Ага. Поджигает. Ой, электрошоковый. Ни хрена с него отлетели. Не, ну вот, конечно, мне кажется, вот этот подрывника, вот, ну... Так, а что тут надо было уничтожить? А, мы уничтожили, что ли, нет? А, нет, вот. Да. Где там полоска? Достаточно круче. Смотри-ка, сверху спишь сейчас. Да, достаточно читерно. Агенту нужна помощь. Херня работает. Есть, короче, пушка, безжалостный, что ли, называется, штурмовая винтовка. Она стреляет, как бы, этот, ну, там, с залпом. Вот, короче, она против вот этих штук, как, ну, прикольно против вот этих вот пулеметчиков, потому что ты, как бы, она дамажит, помимо брони. Да что он какой вот упоротый? А у меня что-то есть на подыге, я что-то не помню. Так, а кто это? А, это у нас этот. Встал как-то. А закончилось, наверное, это. Чё? В эту, толстяка, 6 стрел захерачил, так и не убил его. Одну прям в пердак хорошо так зарядил, он аж прям загнулся, бедный. Зуб залечил, короче, а вот уже месяц прошел, наверное, может меньше, зуб болит начинает. А, это не додел, не что-то сделали неправильно, не дочистили, скорее всего. Сходил бы по гарантии, скажешь, болит, и все, пускай делают. Надо сказать. У тебя же гарантия есть, ты же бабки платил. Нет, ладно. А, понятно. Ага, понятно. Меня за деньги не заставишь. Ой, за деньги, за бесплатно не заставишь идти. Конечно, да ты что, я раз сходил, хапнул там горе. Все, после этого, чтобы я еще раз в государственную за бесплатно. Я там деньги отдал. Но 500 рублей меньше, чем в частный. Ну, геморрой хапнул, как такой. Как будто меня там, блядь, на живую резали, блядь. Это, прикинь, государство мне обезболивающее сделали, прошло 40 минут, где-то примерно. Я там успел. Она мне начала делать укол, а я чувствую, как она иглу воткнула на живую и крутит, как отверткой. Ты представляешь, прокручивает. Вот, она мне вколола раз, потом два. У меня подголовник был, блядь, на уровне лопаток, нахрен. То есть я чуть не жопой подобрался кверху туда. Да ты чё, не больно? Я говорю, слышь, давай поменяемся. Я говорю, я тебе сейчас покажу, не больно. Кстати, я заметил, даже когда зуб лечишь или дергаешь, блин, сам укол, он гораздо больнее, блин, чем вот эта сама процедура. Не знаю, я сколько вот так... частный делал. Частный вообще без боли. Даже укол.
сколько? Два раза. А, один раз дергал, ну, два зуба. И... Я тоже заметил. Слушай, перебил. Просто это кило. Походу, когда дешевый вот этот обезболивающий, они стараются его как-то поглубже, что ли, его бахнуть. А в этом-то, наверное, обезболивающий дорогой. Поэтому, может, он как бы колется не так глубоко, как простой. Потому что вот этот дешевый, он такое чувство прямо как будто в кость, блин, втыкает его. Вот этот. Я тебе за час могу выдернуть, наверное, всю челюсть. За 5 рублей. За 5000. За 5 рублей. Не 5000, 5 рублей. 5 рублей все челюсть вытянуть? Да, полтора часа ты вообще чувствовать ничего не будешь. Если у тебя нет противопоказаний против него. Лидовокаин. 5 рублей стоит ампула. Я отдал в государственный 245 рублей, а в частный отдал 280. Я ей сразу предупредил то, что у меня уколы больные, она мне просто на небо брызнула с этого шприца и уколола. И прошло где-то 2 минуты, и она мне выдернула 2 зуба. В государственной она мне сделала укол, я чуть не кончил там, вот, блядь, это больше никак не сказать, от боли. Я сходил в банк за 300 метров, снял деньги, вернулся назад, просидел 20 минут, зашел туда, и она только сказала: ну что у тебя действует? Я: ну вроде начало замораживать. Вот сколько это можно было времени потратить? Ну 40 минут, вот прям реально. В частную прям заходишь, что это, бля, уколы больные делать, что хотите. Ну ладно, сейчас уколимся, сейчас все будет нормально. Между прочим, не со шприца, а с этого, как его, ну ампулу заряжает куда? Как это, как ручка. Там игла тоненькая. Мне тогда на язык попало. А у меня что-то спрашивает. Ну, она меня уколола, а там, короче, это... Жидкость это, короче, вытекла. С раны. С прокола. Ну, все. У меня на язык прямо херакская. Всей челюстью у меня язык онемел, все онемело. Я ничего не чувствую. Нормально. Ага. Ну и все. Все, я первый раз вот сходил в своей жизни в государственную. Все, я говорю, бля, я подыхать буду. Я легче денег у кого-нибудь займы спрошу и пойду в государство, частное сделаю, чтобы мне вот этого не было. Я просто пошел в государственную вроде. Ну, сделают за деньги, значит, нормально. Я Валерий, спросите, почему тебе за деньги колят? Я хожу мне. Не, ну она говорит, она хочет, давай бесплатно, базару нет. Не вопрос. Только потом гарантия кончится, там это выпадет, ну я как олень, Алёша, ну ладно, давайте за бабки сделал, а получается мне еще там и поимели на бабло, я еще бабла там отдал, грубо говоря. Государственную зашел, с меня 160 рублей содрали за осмотр в первом кабинете. Потом я туда зашел, еще там 800 рублей отдал. А что за странный у вас смазок? Все прием бесплатно, все бесплатно. Даже хирург проверяется бесплатно. Угу. Как-то какой-то у вас наебался. Ну, сейчас я не знаю, как это было давно уже. Это было лет 10 назад. Не, ну один ходил, выдернул он бесплатно зуб. Я ебал это бесплатно. Не, я вот выделил недавно 2 зуба, короче, ну там только корни оставались подряд. Ну вот я тебе говорю, вот он чисто мне укол поставил, 2 тоже укола прокола сделал, но они единственное, что прокол вот этот сильно больно. Болели, ну, больно было. Он так втыкал, говорю, как будто в этот кость втыкал. Но он втыкнул, я посидел буквально 5 минут, и он мне выдернул 2. Я даже не почувствовал. Единственное, когда вот я выдергивал зуб мудрости, да, я почувствовал, как он начал, как будто оттуда начал вытаскивать прямо так вот. Такой зуб мудрости, самый последний. Он такой. Он сантиметра 2, наверное, в длину, прикинь. Если не, блин.
Я ж прихуел, когда его увидел. У меня сантиметра два. Когда я к частному пришел, она мне два выдернула. У нее глаза расширились так быстренько. Я сроду людей такого не видел. Она просто была в ахере. Ни хрена себе, говорит, у тебя корни. Это корни были 2 сантиметра. То есть сантиметр зуб там был где-то, блин. И 2 сантиметра или полтора корни только были. Она просто охренела. Да это от клыка первый и дальше туда, назад. То есть они оказались такие километровые. Ну это да, так-то. Потому что я свои зубы выдергивал, смотрел, они вообще короткие. Реально какой-то тупо короткий. А вот вот зуб мудрости, когда выдернули, я ж просто офигел. Не думал, что вот, на самом деле зуб мудрости может быть такой длинный. Не, она когда мне выдернула эти два зуба, блин, у меня 2 месяца потом челюсть охреневала. Там такая жесть была, бля. Просто трещало 3 недели. Огромный зашифрованный файл. А у меня, например, фишка такая, что я этот как губу начал прикусывать. А тебе не делали зуб? Нет, зуб сделали, но короче, зуб мудрости же он крайний, и получается, ну, как будто он тупо защищал, что ли, от вкуса. А вот если бывает иногда ем, и случайно могу прикусить губу. Не, у нас просто чувак один ходил, делал зуб, когда делали укол. Он вроде нормально, а когда укол отошел, у него, короче, он начал это, щеку прикусывать. Пошел назад. Вот, да, щеку. Да, пошел назад, объяснил им это. Туда-сюда, вот я был это. Сделал вроде все нормально. А тут, говорит, начал щеку прикусывать. Ну она, ай да, заходи. Короче, это. Ну, в частном, за перчатки с него деньги взяли только. Что случилось? Подточить надо было чуть-чуть. Она его вроде подточила, нормально подровняла, а ну там небольшой, надо было еще. Короче, подточить. Челюсть смещалась у него. Так вот, меня тоже. Сейчас перестал, короче, а до этого брат покусывал. Ну не знаю, что-то я. Ну я нахер в государство не хочу, я мне даже прям. Желания никакого нет туда идти, после того, как мне там нахреначили, блядь, чуть челюсть не отвалилась, ебеням, блядь. Я говорю, я там реально так хапнул, ебать, гемора, нахуй. А, один у нас, знаешь, как сходил в государственный, классный. Короче, сходил, ему сделали 2 зуба и выдернули 1. И он, знаешь, на сколько чуть не попал? На 70 рублей. На 70 тысяч. На 70. Да. Они просто. Да, бесплатный. Ему надо было. Как можно упасть? А ему выдернули зуб. Вот. А там получилось, то ли разорвало, то ли разрезала она широко. Вот. Ему надо было зашивать. Она ему не зашила. У него, короче, дырка в носовой пазух. То есть вот в щеке там же есть это, как типа носовой пазух это, херня. Под глазом, грубо говоря. Вот. А она ему не зашила. Ну там 1 из 100 такая бывает проблема. Вот. И все. Он пришел к ним лясим-трясим, а у него щека опухает, и он это, когда болеет, у него это, опухает пол лица. Пришел к ним лясим-трясим, а они, не, мы делать ничего не будем, лясь, туды-суды. Это не наши проблемы, там, мы не делали, карточку потеряли быстренько. О, ну, хорошо, потеряли карту, у меня есть копия. Ну, как не копия, а вот то, что, как он, один раздел в больнице остается, а один это, ну, у тебя. Вот. Они, ну давайте мы типа рассмотрим, подумаем, он не, вот вам ксерокопия, говорит, и курить махор. Они, не, нам оригинал нужен, он, ага, ща, говорит, добился, 50 тысяч операция. Обошлась.
челюсть на лицевую ездил. Разрезали десну, вырезали как бы эту дырку, стянули назад десну и это... Не, ну правильно, потому что мы нихуя себе, блин. Что пока лечили, блин, на ровном месте. Они, может, и в частный делал это и все, а у нас мы там это потеряли, короче. Отмазоны начались. Не, я думаю, если в частном делу такого не произошло. Ну, он, видишь, пошел через полгода такой. После этого всего. А. Ну, какая разница, через год, через полгода выдергали. Ну, ваши проблемы, вы решайте что-то. Она, типа, уволилась там, ну, всякая бередятина началась, чтобы, короче, ничего не делать. Ну, вроде направление выбил, съездил, сделали ему. Так он пошел, блин, я не знаю, только в зубную или в какую, ему снимать швы. Ему, блядь, пока снимали швы, нахуй, забыли, короче, это. Ты врач, ты знаешь, ты должен знать, какие швы, кто какие накладывает. Правильно? Он ему, блядь, разрезал швы, начал вытаскивать, сука, узел начал через мясо вытаскивать. То есть не в ту сторону. Это вот как это, грузчиком, кто работал там, еще каком-то херню занимался на этой, как ее, ну, типа, как в школах, там еще что-то, я вот знаю, поэтому мешки вот с сахаром, с мукой есть такие, они зашиваются, как вот строчкой, ну, так же, как вот белье вот шьется. Там есть, короче, с какой-то стороны отрезаешь, просто за нитку дергаешь, и это весь, это, все вот эти, как оно там, ну что, сшитый узел, не узел, а как он там называется? Шов вот этот, он распускается. Просто там элементарно, просто надо знать, с какой стороны. Но если ты, сука, врачом работаешь, блин, ты это, ты же должен знать, блин, какого хрена. Ну... А он ему вытаскивал, там, блядь, говорит, пол рта крови было, блядь. Потом вытащил на следующий день. Ой, а я не с той стороны тянул. Он говорит, ты, сука, хоть молчал бы, блядь. Что-нибудь там отмазался бы, сказал. А он ему сначала засунул туда, а потом назад выдергивал. Весело у нас тут, ты чё? Что-нибудь будет с тобой хреново, кто ничего не понимает. В Самару направление тебе никто не даст. Да? Конечно, ты что, мы же сами полечим, мы же сами знаем. А когда у тебя хреново станет, тогда тебя отправят. Из-за родни, там, ну как, короче, одному, у одного там эта тетка что-то была или кто. Тоже пошла это в горбольницу. У нас здесь. Ну тоже вроде под грудью шишка. А давай мы тебе ее вырежем, хирург. Ну давайте, а что надо? Ну надо. Вырезали, блядь. Человек потом поймал, блядь, это нахрен, как ее называют. Блин, как ее. Рак. Загноение и еще чего-то, блин, там, говорит, просто гнило живьем до, ну, до своей смерти, она, короче, умирала и гнила, блин. Там, говорит, такая жесть была, блин. Просто шишечку вырезали. А эти, когда в Самару приехали, они говорят, а зачем? Это же опухоль была, она там не злокачественная, говорит. Ну, это посчитал нужным. Ну, вот, говорит, молодец. Так вот, нехер лезть, ебать, если ты не знаешь, блядь. Один отъехал, блядь, угорали, блядь. Долго-долго, блядь. Этот город рядом тоже есть, Новокуйбышевск. Там, блядь, угар был. Короче, это... Так вот... больничные листы... Откручено, не принимаем. В другом городе. Бля, я так угорал, я пацаны рассказывали, говорит. Откручено, говорит, эти. Как, ну, раньше же как? Надо тебе справку, что ты болел. Пошел
тебе написали и все. Так, а ты где? Значит... Я сейчас, да, сейчас на меня телепортанешься просто. А. И у нас хирург был такой крюченый. Ну, блядь. Всем писал, хочешь, надо разрезать. Приходи, он тебе за деньги. Че хочешь, разрежет, распилит. В пределах возможности. Че, вообще насрать. Какую справку надо тебе написать на объект, и телепортнулся ты у меня. И все, просто в другом городе, ну как, в другой город, он населенный пункт, и там открючено, эти справки не принимаем. Блять, я угорал. Рядом позиции под охраной противника. Стоять, ой, че это? А, это, я думал, этот лежит как его. Не, у нас весело. Ух ты, парни, нет меня. Что страсть это? А на самом деле так оно и есть. Да нет меня, отстаньте. Подожди, а я куда бегу-то? Я не в ту степь бегу, ёшкинку. Агент покинул группу. А чё страсть, ёпс? Телевизор не смотрел, показывали это. Пусть говорят, что ли, как он Малахов-то ведет. Угу, пусть говорят. Баб, депутат у нас заказала мужа. Поехали, блядь. Киллеру бабки повезли 200 тысяч аванса нахрен. Ее там приняли. Приняли со знакомой. Знакомый такой, а я чё, а я за рулем была? Обоих. В вашу группу вступил новый агент. А я чё, я ни при чём. Да, а я водителем вообще. Ну да. Я вон смотрел это, когда в этом в Ютубе смотрели этот повтор программы. Через этот, через музыкальный центр. Так угорали там, такие бреды. Просто там вопрос задают. А вот смотрите, если ваша дочь не виноват, туда-сюда, денег у вас нет. А откуда вы адвоката наняли самого дорогого, ну, в Самарской области? Там что-то рублей, наверное, 200, что ли, блядь. Один или 300 заседаний просто одно провести. Представляешь, просто прийти. На суде посидеть. Просто там 1300 стоит. Откуда у вас деньги? Да мы там это, то, все. Кинули, да. Да, кинули. Денег не было, но это... Они откуда-то взялись, нам посоветовали. Прикинь, да, адвокатам, вот, вот если успешный адвокат, как вот... Да он какой успешный, вон один. Успешный. Блять, я так угорал, блять. Взяли, чуваки просто... Как бы сказать, въебались, блядь, уже ногами, ну сами, да. Вот. Ну и взяли, они сидят в этой ментовке. Они там советовали, во, вот это адвокат, там заебись, он с них просто, блядь, за каждого чувака, ебать, по 180 тысяч берет. Ну, грубо говоря, не знаю, что он там как. Ну, походу, за бабло по сотке еще ментам отлистал. Они их, короче, до суда отпустили. Просто там по сотке с лишним сорвал с троих народу. И ничего, все равно присудили им там. Они там, типа это, ну, что сделали там, все восстановили, вернули там. То есть не должно быть никаких проблем. Либо отказ, либо еще что-то. Нееее! Делал ход и в статье еще влепили. И вот это все адвокаты. Ну ты... Блять, куда ты спрятался? Не добежал я. А-а-а. Тупо бабло. Они тупо бабло рубят и все, большинство адвокатов. Прям это 70% рубит бабло, больше ничего. Чувак, сейчас тебя, блять, положат, дебил. Ты еблоид! Блять, это пиздец. Агент погиб. Сука! Че так как-то? Че, блять, за дебил мы, сука, подползли к тебе, подыми. Я что-то тоже полез вперед зачем-то, блядь.
Я что-то запутался. Какие-то пацаны какие-то, они с нас попались, они очень сильные. Не, у меня просто один вопрос. Если у тебя заседание одно стоит там 1100 с лишним, а сколько же тогда будет стоить, чтобы ты вел дело, допустим, да, там, отмазал? Я, да, согласен, там в Москве он есть, это некоторый адвокат, который действительно либо отмазывает вообще конкретно, либо еще что-то, но они, не знаю, как там, что, деньги берут, ну, сколько берут, ну, там, наверное, до хрена стоит этого. Но они реально хотя бы что-то делают. Ну, да. А это ты представляешь, заседание 200, допустим, тысяч отдать? Просто за что, что он придет, там посидит с тобой и скажет, я там протестую, я там это, а у нас вот это, и больше ни хера ничего, блядь, не сделает, и ты только за это отдашь бабки? Я что-то, блядь, не знаю, нахуй. Легче уж, блядь, вот так вот. Без адвоката, кто, блядь. Что учился? Не, ну это реальное кидалово, просто официальное кидалово. Больше никак не назвать. Как у нас вот тоже это... От домофона поотказывались, блядь, до хера народу. Они вот сейчас это, как эти, как обосранные олени бегают и не знают, что делать, как народ деньги сорвать. А вы камеру не хотите себе поставить? А вы телевизор не хотите себе поставить, чтобы в камере видеть, кто там стоит? Вам это, в домофон набрал. Сейчас нет, пизда. Да ебать. Беги ты, Лола, беги! Да. Побежал. Что-то эти игры у нас команда какая-то вообще. Что-то... Да я они вообще, я не понимаю, не дамажат, нет. Сейчас. Сейчас будет тебе тоже по жопе ты. Хрена лысого. Просто к этим даже вот обратиться к юристам, бумажку даже какую-то написать, будет стоить 2000. Ой, да ну нахер, я красив. Как я сказал, бюрократия вообще не могут терпеть, не могут, потому что надо что-то спросить, что-то сделать, ты охренеешь, блин. Все только готовы бабла содрать. Ни за что, блядь. А иногда, вот у вас там вот это, там туды-сюды, там либо платить что-нибудь не хотят. Ты, блядь, как будто свои деньги, сука, со своего кармана отдаешь, тебе не похеру ли? Да. Просто у меня вот это, как это, один инвалидность пошел оформлять, он там с ними переругался, перематерился. А может, ты симулируешь то, что у тебя... Там рука не работает или еще чего-то, блядь. Ага, чуваки, ноги нету, да ты симулируешь, блядь. Да-да. Сам себе отрезал, сейчас скажу. Не-не-не, грубо говоря, парализовал, там еще что-то, инвалидность там должны дать. А ему, а ты, может, симулируешь. Ну, да ну да. Осталось только это, ножом руку порезать или отрезать, чтобы проверить. Наживую прям, без наркоза. Что он ее не чувствует. А так. Пфф, херня. Зато как что-нибудь с ними, так они начинают там. Веселье, крики, визги, блядь. Ну и как них уже он угорали, ебать. Ой, да что-то по цене больно это. Дорого. Ну ладно, а ты сколько за свою работу возьмешь? Столько. Да ты охренел, что ли, блядь? То есть свою работу он ценит, за нее бабла рубит, хрен знает какого. А когда ты, это не... Там же херня делов, что подкрутить, подстучать, ёпт. Ну, грубо говоря.
Там 5 саморезов закрутить, а вы там хотите 100 рублей. А он там тебе 2 подписи поставит, он пятак за это хочет. Нормально, да? Они вон вообще все сидят. Не пойму, они с хилками, с этим, а толку от них? Что-то никто не хилит. Снайпера там слепят. Надо коллаж брать. Ну хоть гранат кидайте. Саш, я там сейчас это тебе под жопу кину. Улей. Хилить будет. Сука, чувак, уйди, блядь. Перекрывает стрельбу. Опять его отхилили. Да угораете, что ли? Что меня слепит? Снайпер еще сверху садит. Да, что-то не он. Только что. Эй, снайпер, открой. Да ладно, не промахивается даже снайпера этим. Да. Почему я так не могу стрелять? А ты не ВХ, у тебя имбот слабенький. Вот у меня просто с калаша по 36 тысяч, грубо говоря, летит. Это снайпер 170 тысяч не втыкнул. Что за дамаг такой какой-то дикий? Ты сейчас загнулся, ладно? Вы погибли в ослабленном состоянии. Блин, нахрен я это делаю? Уже на калаш 260 патронов осталось. И мне калаш какой-то не такой стоит. Мне раньше патроны прибавлялись. А это что-то не то самое. Все. Пошло дело. Блин, снайпер там и слева херачит, Саш. Я забрал. Девяточка. Но. Снайпер, вылазь. Вы что там в кого все стреляете? Не по тебе, что ли, там стрелять, я что-то не пойму. Блять, еще бригада вылезла. Откуда вас тоже много?
просто, знаешь, противник стреляешь, а у тебя такое ощущение, как будто пули попадают и отталкивают ствол оружия от противника. Это вообще прям бред полный. О, снайпер забрал все. А там сверху еще один сильный. А, о, еще нужно здесь. Понять, вот. Насколько все плохо. Ебать. Я чувствую, мы там долго будем. Конечный да-да. Результат. Что-то пацаны совсем. Скачивание завершено. Они слили кучу поврежденных данных с наших серверов. Понятия не имею, откуда убивней такие продвинутые программы. Ух ты, ё-моё, я что-то забыл про эту херню. Вот это у самого первого номера. Вот чё кто кинул, а? Блядь. Вообще что ли тихий? Он же на эту херню бежит, блядь. Ну что, блядь, ну ничему не учит это. Ну кинь ты дальше, нахрена ты ее сюда кинул, чтобы он сюда прибежал, блядь. Ух ты, ё-моё. Там еще бегут. Слепануло и как раз убило, блин, постепенно. Они вообще никого не стреляют. Может, не дочистили? Сходи. Так. А то поедешь, будешь мучиться потом. В другом городе. Там в Москве отдашь не тысяч, не две, блин. Там пятаком обойдется, наверное, минимум. У нас здесь сейчас трешка. Наверное, с лишним, блин. Так вот, 2600, 2800. Столько не болел, я тут начал болеть. Бля, мне вот денег кто-нибудь дал бы на зубы, я прям пошел бы делать похеру. Чё-то я так... Классно. Мне нравится. И чё, это он так ломанулся?
бах. Что ж ты не пьешь? Так, сейчас они сейчас сверху начнут. Чувак с дробашом, что ли? Ходит. Понятно. Иногда. Иногда. 26, 29. Башку прям в 40, в 40 эту. Тихо, попадем. Ну все, он по давлению ушел теперь. Ну хрена ты? Ты, блядь, с чего стреляешь? Донеслась! А, Сэмки. Донеслась мача по трубам, да? Прилетал. Цель близко. Насколько? Так, мне надо патрики подобрать, а то что-то. А, патрики можно здесь, вот. У-ху. Граната. Что-то кто-то ломает. Эти. Опа. Я вроде кинул эту. И золотая здесь. Ну выходит, блять, стреляйте. Они даже не стреляют в ближний. Кто к ним подходит? Там запукалка у него, ямка что ли? Что-то не врублюсь. Где-то веселый. А. Бля, чувствую, вообще долго будем проходить. Вообще долго, уже минут 20 с лишним уже длится вся книга. Прошлый месяц вообще махом прошли. Мы хреново стреляем. Да я не думаю. Что-то такое чувство. Потому что я смотрю, вроде убиваешь мобов, а мобы дальше стреляют, вроде они понимают, они там живые. Тоже живые, ну как бы. Нет такого, чтоб я смотрел, и мобы просто аж умирали, блин.
Ой, сейчас будет весело. Погнали, пока пизды не дали. Эх, блин, да ладно, да ну нафиг. Это и я, наверное, гранату кинул, ты подорвался там. Чё, купок? А, он не решил воскресить. Ну я её крою, ёпт, кто там? А теперь бежим. Есть за что спрятаться, где спрятаться? Что у меня воскрешалка не сработала, я же давно... А куда бежать-то тут, я что-то не пойму. Я вот тоже, блин, пятился назад, и спрятаться некуда. Не, спрятаться, а мы же... Ой, а мы скопили уже сверху. Да-да. Сейчас я прям порушу. Что-то. Давай. Потому что надо всем стрелять, а не пялиться, блин. Они мозги-то не ходят. Так, сейчас я пульку перезаряжу. Надо сразу этого... Вот он... Он нахрен вот его манит сюда. Вот что нельзя было сразу так сделать, а? Реально, могли бы с первого раза так пройти. Нет. Ой, сейчас. Я забыл ух вставить. Вот тебе прям вот надо сюда прям срочно, блядь, сесть на. У тебя там хорошо, у тебя там хоть и вас есть, блин. Ну да, зато на работу. На сутки. Вот это такое. Что там вот остался? А, они еще не все выбежали. О, еще двое там. Сейчас я им поджигалочку кину. Ну чё, стрелять-то будем, чё стоим, кого ждём? Зря, а, Саш, куда? А, прячься. А. Так, ладно, это мы пережили. Там еще его будет сейчас, если я... Там сейчас... Наверное, А, сейчас здесь со всех сторон будут. О, да.
пошли. Даже использовать ракеты. Так, надо это взять. Сзади. Сейчас боков полезу, да. Больше всего мозги-ка не ходят, это красные, золотые не так это. Там находят пулеметы типа Stonehenge, который, блин, 200 патронов модели. Чпокнуть хотят. Сейчас опять. Наверное, да. Быстрее. Изнасилование прошло успешно, да? Но я все желтые патроны потратил, они, блин. Не боюсь, я тоже. Сейчас тут тоже весело будет. Зачем ты, блядь, его сюда, сука, блядь, мне вот это бесит, блядь, нахрен ты его сюда, сука, заманиваешь? Состояние критическое.
чего же бесячие эти собаки, я просто не могу. Они же как-то чересчур, мне кажется, переапали, что ли, но, блин, за выстрел снимать столько. Опа-опа-опа, собачка. Откуда у вас столько берется-то, ёжики? Медика надо. Медик и собака. Херню здесь натворил, у меня ХП не сразу восстанавливается, а постепенно. А чего не завершено? Они сравнивали наши. Мы эту миссию прям уже минут 30, наверное, мучаем. Ну как-то долго. О, а сейчас весело будет. Сейчас там два будут толстяка. Скорее всего, еще остался противник. Будь начеку, агент. Не здесь, а под конец. Нету. Да, собака, в меня не стреляй. Пускай по очереди влезает. Не, вот пока они сейчас отъехали, их надо херачить. Ты зря задумал. Сам стану. Главное потратить. Прикинь, поменял пластину и меня тут же шотает. Спасибо. Подтолкнули. Блять, как я тут лезу? Ну давайте, я тогда туда проползу. Thank you.
подожди, сейчас у меня это. Блять, у нас тут справа. Ебать, она вот сидит справа. Так, дальше, дальше, дальше. Так, все, у меня на все патроны кончились. Я вот здесь их взял. 500 есть. Собака. Он ее пинает. Писает она. Да. Ё-моё, теперь бежим. Я понял. Все, это хорошо. Мочим быстрее, там еще сзади. У них боеприпасы. Кто-то мне там седлочек не дал. Так, сейчас я подзаряжусь. Не воевать нечем, блять. Сталет бери. О, патрики. Еще патрики. Знаешь, обидно, что когда ты вот так мучаешься, а тебе прикинь, херекск, и миссия зависла. Да, у меня такое было уже здесь. Сразу же застрелиться нахер. О, вот сейчас здесь будут, по-моему, два. Что стоим-то возьмем? Здесь два прям сразу надо. Малять по ним начинать. Да еб пушки воробушки. Да блять. Просто в таких узких проходах мы друг другу мешаемся. Вот их надо сейчас срезать. Блять, нагнулся он не вовремя. Нахрен ты его приманиваешь, а? Я на него все стрелы потратил. Вот сейчас мы все уперлись. Ты попал пулемет какой-нибудь. Да, кстати, о чем? Как вариант, можно было поменять что?
ППшку любую там. Если был калаш пулемет, допустим, ПП можно. Снайперскую взять. Твою любимую. Ну сейчас патроны будут здесь уже. И здесь финал. Электронное устройство. Так, сейчас я бегу. Блять. Я ж патроны не успел взять. А здесь вот эти спецбоеприпас. Есть. Красные. Вот, так, сейчас они пойдут оттуда сзади. Пока они начнут сваливать. Нет. Дядя Черномор. Блять, пизда мне нахуй. Мне просто все прям, что можно, все прилетело. Ты там встаешь? Ну, или вроде все? Как типа подымает. Как бы тут это. Блин, чувак, пока это. Прикольная стадия винтовка. М4. Да. Штурмовка, она прикольная. Отлично. Я разослал эти данные всем союзникам. Так. Ну вот теперь мне открылось, да, уже принялся. Остров Рузвельт там. Ну время уже, блин, до хера так-то. Вашу группу покинул один из агентов. Ну вот остров Рузвельт, я не знаю, ходить на высоком, там эти пулеметы, гнезда, там столько людей, лодку там помнишь в конце взрывают. Да время уже 12 час у меня. Я думаю, надо заканчивать, потому что там минут на 40, не меньше. Так какой там вообще на весь. Я бы даже сказал, на весь час, вот как мы сейчас проходили, там весь час займет. Так. Ну ладно, что хорошо, поиграли. Надо на базу лететь, что-то я это. Они там совершенно ни к чему. Выбей их оттуда. Смотрите, у меня там, по-моему, ключики есть. Вот. А сейчас, кстати, прикольно делают же. Видел, да? То, что ты когда открываешь ключи, короче, если у тебя повторяется шмотка, тебе, короче, дают ткань. И потом, короче, за эту ткань можно купить, типа, недостающие вещи, которые тебе не хватает в коллекции. Не обращал внимания. Мне, по-моему, давали это только. Как ее эти очки дополнительные. Не, в первой части было, во второй сейчас нет. Сейчас вот здесь, короче, если у тебя, ну, из сундука шмотка появляется одинаковая, то тебе за нее дают, короче, эту. Да, не за эту проверим. Ткань потом можно покупать. За эту ткань потом можно покупать, короче, другие вещи. Так. Ты, конечно, не, за эту ткань не все можешь купить, но. Большинство можно купить за эту ткань. А, есть, да, 240 тканей. А где это покупать? Также в магазине, в гардеробе. Смотри, там, короче, вот выбираешь гардероб. Там на шмотки выбираешь.
на какой-нибудь сет и смотришь, короче, а за этот сет можно купить. Ну смотри, там где-то есть написано, что можно купить за ткань, а где-то, где есть желтая, типа за ткань можно купить, а где нельзя. Так, короче, можно сет дособирать. Так, эмоции, экипировка, эмоции, что тут, тут. А, понятно. Наутки. 1800 вот этой ткани. Или 1300, ни хрена себе. Вот это эмоция. Ладно. Так, 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 так. Экипировка. Ладно, допустим. Нет. Что у меня тут? Ладно, не, я не буду. Буду копить. Ты прикинь, у меня зависло, смотри, что. А я не смогу смотреть. А то на стрим потом посмотри, 111 минут у меня а просто в руках эти круто горят, ебать, факела, блядь. Посмотрел, блядь, эмоции. И ключи что-то не упали. Вроде ключи должны были бахнуть. Так, вон, что я закончу сейчас пока этот стрим.